Корнелия Манго приехала на кастинг «Фабрики звезд» в Москву из Астрахани вместе с мамой. Но семья жила небогато, и на то, чтобы остаться в Москве вдвоем, денег у них не было. Поэтому мама оставила Корнелию у друзей, а самой пришлось вернуться в Астрахань и ждать результатов кастинга. Слава богу, Корнелия не подвела, и она абсолютно покорила жюри своим нестандартным джазовым исполнением народной песни «Валенки». Все это настолько запомнилось братьям Меладзе, что они решили повторить это уже на самой фабрике, для чего пригласили в пару Корнелии Пелагею. Cheating.